Для российских школ могут создать систему мониторинга и фильтрации сетевого контента. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества предлагает объявить конкурс на разработку такой системы. В частности, председатель комиссии Руслан Гатаров отметил, что с помощью такой системы можно будет выявлять, какие сайты посещают школьники, и блокировать доступ к тем из них, которые содержат вредную для учащихся информацию. По словам сенатора, это не только оградит детей от вредоносного контента, но и защитит директоров школ от ситуации, когда вышестоящие органы штрафуют их за посещение школьниками запрещенных сайтов. Помимо этого, Гаттаров напомнил, что еще в рамках национального проекта образования в числе одного из приоритетов было обозначено ограничение доступа школьников к интернет-ресурсам, которые не отвечают задачам образования и воспитания.